Всем зрителям большой привет! С вами Ктархонт, это Европа Универсальс 4 и 25-я серия за Римскую Республику, бывшую Византию. Продолжаем нашу великую большую кампанию спустя долгое время. Ой. Ну ладно, я, в общем-то, готов, я думаю, вы тоже. Это, если что, наша территория зеленых территорий. Провок полностью принят к нашему вассалу, все дела. Нам, кстати, надо было закончить именно то, что сделать решение, наконец-таки, и все. Потому что остальное мы вроде с вами более-менее как разобрали. Замок Иф можем восстановить, построить каналы, соборы. 25-й. Еще не скоро. Так, для восстановления Рима нам надо Искандари и Эль-Куц. И как мне сказали, Эль-Куц это у нас с вами Иерусалим. Да, вот он. Эль-Куц. То есть тынь-тынь. Ну, поевать с мамлюками это понятное дело. То есть здесь как бы... Само по себе разумеется. Нам, правда, сначала надо разобраться все-таки со Францией и со всем остальным. Так, Испания, ну, чуть-чуть ослабла уже на уровне Франции. Почти так. Здесь у нас регионов пока в французском регионе недостаточно. Да давайте посмотрим. О, географическая вроде бы, да? Карта регионов. Во. Франция, да? Ну, все во Франции. А, вот эта вот мелочь считается не французским регионом. Понятно, понятно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Нам надо 20 или 30. Подожди. Хотя так подсвечивает, да, логично. Так подсвечивает он как бы... Все, фиг поймем, 30. Нам с Францией придется воевать в любом случае. У нее союзники. Аугсбург, Валей, Рим, Бретань. Ну, понятно. Нам бы сначала, наверное, лучше ослабить все-таки Испанию, да? А по перемирию у нас с ней, я так понимаю, еще надолго. 89-й, 13 лет. С тобой чего? Ну-ка. А, ничего нету, да? То есть я могу объявить войну? Португалию. Интересное дело. Нужно? Ну, в какой-то степени нужно. Я здесь могу немало сейчас отъесть всего. Мамлюков надо бы тоже подъесть. Так-то у нас все с вами вполне себе годно, нормально, все хорошо, да? Два дипломата так и не вернутся, да? Да, без двух дипломатов играть вообще, конечно... Печаль. Ну ладно. Ну если вы помните, туда у нас этих дипломатов отобрали и все. Пиши пропало. Так, подожди, по кораблям. Флот. 53, 58. Кстати, мне писали по поводу флота. Обнови флот до нового. Что ты строишь эти галеры и все остальное. Ребят, изучайте механику игры, пожалуйста. Причем такой совет, это галера у меня топовая. Галера в внутренних морях самый топ, они лучше ранних карак, при этом стоят дешевле. Так что, ничего не знаю, галерами я тащить могу, просто у меня очень много дебафов на флот из-за этого, и он флот сам все маленький. Ну и отставание есть, конечно, по техам, но не сильно он, Голиаса только появится. Так что у меня все нормально с флотом. Никакой он не устаревший. Он, как вы помните, был даже обновлен в прошлой серии. До военных галер, так что все с ним адекватно, все хорошо. Бимся. Так, ну и, собственно, наверное, да, мы сделаем тогда двадцатку с вами. Чтобы было прям подровень. Так, ну и получается, что у нас к чему? Национализация кучи территорий идет. Это в основном, да, после войны остатки. Раз, два, три, четыре. Ну, блин, ну не смогу я Британию нормально съесть. Франция, Голландия. Кстати, интересно. Франция, Голландия, мамлюки, согласны, по-моему... Ну, в целом-то можно. А я смогу сфабриковать претензию? Нет. Нет. Не смогу. У Франции союзников кто? А, ну нам можно Италию пока закрыть. Нам же вот это надо было захватывать, да? Ультраматоны вроде как. Там стран было больше, чем я себе представить только мог. Весь регион это... А, нам Саксония нужно, все. В Савой, точнее, Саксония. Да, правда, это ни хера не лучше. Больше за нас, Тироль, Богемия, Насса. Вот это да. Короче, надо армии сводить, я понял. Я вас предельно понял, что к чему идет. Так, там пускай остается. Да, так. Армию я недавно только отвел, да... Тут, наверное, много тоже не пригодится.
Давай тогда возвращать их постепенно. Чуется мне тут скоро воевать придется масштабно. Надо просто закрывать уже. Что здесь ждать? Так, ну одну двадцатку я, наверное, не, 24 оставлю. Вот эти 24 оставлю. Хотя зачем 24 двадцатки хватит для пост... Не, не хватит. А может быть что-нибудь более такое мощное не хватит, точно. Так, ты пока тут тренируйся. Тоже пока тренируйся, ну погнали. Че, по лимиту? Вау, лимит такой большой, а че? Уже такой большой лимит? А, это от вассалов лимит, точно. Там же от вассалов лимит постепенно растет. Тогда все нормально, все отлично. Содержание армии минус. Можем, наверное, взять вот так вот. Отлично. Подношение. Много хочешь. Реально много хочешь. Так, ну давай, еще туда армии. Где у нас 14, да, 8. Одну армейку сюда. И одну армейку сюда. Нормально. Можем много армий, значит, можем. Что нам мелочиться-то? Так, позабыли иконы. Но эта икона вообще печальна. А что нам надо по иконам? Институт. В 1600 году икона не доживет. Воевать собираемся. В какой-то степени можно на этом сыграть. Ну, давай на десце тогда. Раз воевать собираемся, чтобы у нас деста была хорошая, она у нас сколько будет? 130, нифига себе. В Арманьяке восстание. Идите вас за ногу, вы издеваетесь. Ну ладно. 39 тысяч католики. А тут крепость была? Нет. А, из-за того, что рядом крепость есть, это не оказало эффекта. Ну тогда ладно. Тогда ладно. Национально... О, 1200 монет, неплохо. Мне только что на халяву так деньжат накидали. Они одинаковые. Давай вот эту муштроваться поставим. Хотя ведем к битве. Но он уже более-менее намуштрован, его можно битву вести так-то. Так, набег казаков. Извини, Польша. Дела такие, казаки не под моим контролем. Я еще не знаю, что казаки делают в Риме. Вот, ну серьезно. Я не особо понимаю, что казаки забыли в Римской республике. Вот то как-то это не очень к ним вяжется. Я молчу, это их выбор, это их решение. Пускай что хотят, то и делают. Мстислава ли он там вообще что-то забыл. Жесть, там сколько к нему стран хочет прийти. Три, блин, этих. Польша. Грант независимость. И с Рум вассалом я не сделаю. Так что как-то смысла нет. Блин, подожди. Я как-то переборщил. Так, отлично, отлично, отлично. По дипломатии. Бзимс. Неплёхо, неплёхо. Как-то маловато, да, кажется, нет? А чё, ещё не все? Не понял. Где еще армия? А чё, как долго нанималась? А, она, видимо, по дважды решила в одном ри... Я просто смотрю, армии нет, я думаю, чего? Сейчас эта армия соберется. Просто немножко сначала такое, а? Где армия? Где моя армия? Где мои войска? Так, технология по военке. 55. Натиск генерала плюс один. Ну, давай. Здесь смысла уже это все брать нету. Стефан... О, стабильность, число дипки. Стабильность. Стабильность. Прям как бы это, без вопросов, стабильность. Очки, 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 очков нигде нету. Ну ладно. Будем без очков. Нормально. Так, ну объявляем войну. Блин, я, конечно, не хочу это вырваться. Тироль с союзниками, Хорватия, Ультрам. Император. Тироль надо... А, если я в войну Тироль везу, то все. Тироль тут тоже вступается. Венгрия, Польша. Блин. Война вообще не бессмысленна на самом деле. Ну, серьезно, бессмысленная война. Бреда, Рютенбург, Брабан, Ахен, Тюрингия, Баден, Богемия, Тироль. Ради одной профки. Война ради одной. Я вот просто, знаешь, я понимаю, что это война ради одной. Одной профки, пойми, одной. Ты вообще нифига не сдалась.
Подожди. Можно я тебя поугрожаю войной за... Гик. Отлично. Ты Фефаль забрал, там было золото раньше, но я уже вижу, что его нету. Да, я хочу Фигик. Так, угрожать за войной за Фигик. Ну, во-первых, перемирие получим на время, во-вторых, просто территорию. На время здесь получим. У меня здесь очень много армии, на самом деле. Можно было бы в Европу свести, но мне... Не-не-не-не-не, как говорится, не надо такого. Ладно, погнали, чуть-чуть переживать. Война. Войной больше, войной меньше. Чё ж. Ну. Берись, пожалуйста. Аос там. Больше. Погнали. Погнали! В горы нет, в горы не поеду, нет. Я, конечно, рисковый парень, но не до такой степени, знаешь ли, чтобы в горы заходить. Так, теперь по дипломатии смотрим. Нормас. Хорватия решила не вступаться или что? Мне просто интересно пока, на самом деле. Не вступилась. Нормально. Богемия, Насау. Ну, не так уж и много стран, кстати. Надо, на самом деле, Польше тогда помочь, я думаю. Узнаю ее, сейчас куда-нибудь залетит, вылетит, и все, пишу, пропал. Такс. Сюда еще армию. Просто надо на поддержке держать армию везде, хотя бы две. Да блин. Ну сейчас вот будет обидно, кстати. Он сейчас меня это... В горах-то, да, как примет? Горы ведь, да, горы. Че, серьезно? Все равно дело. Ладно, пофиг. Пофиг тогда. Как бы горы, неважно. Все равно побеждаем. Или это приятно. Тут ничего не скажешь. То, что мы побеждаем везде и всегда, независимо ни от чего, это, конечно, классно. Так, там что-то кто-то воюет, там где-то чего-то пытаются. 106 монет, офигеть. Я уже забыл такие цены. Ладно, на самом деле это было излишнее переживание. А, с Хорватией могу уже замириться. Предложить мир. Пам. Я могу себе забрать. Мне надо? Мне вообще не надо. Мне вообще тебе ничего не надо. Знаешь, ты можешь это встать? А, он и так уже... А, он и так православный брат. Нет, тогда я тебя ничего не хочу. Давай это... Выплаты репарации, договора со всеми там... Понятно. Все. Как бы... Раз все норм... Плохо дело. Горы. А я с этим тоже вою. С этой. С этим недоразумением. Чё-то как-то армии было много, а армии стало мало. Хотя смотри-ка, 130 дисциплин все-таки сказал. Я бы даже назвал это хорошей битвой. Да, я затащу, серьезно, я в горах еще и выиграю. Блин, не выиграю. Обидно. Думал, выиграю. Ну ладно. Немножко самонадеянно, я просто думал, выиграю сейчас в горах. Так. Что это такое? Здесь у меня бегает. Что это за недоразумение? Ну, стоять. Так, Базель. Ага, понятно. С Вале воюем? Нет, с Вале не воюем. С Базелем воюем. Здесь, знаешь, как-нибудь вот так вот пройти бы аккуратненько. С тобой воюем, с Швейцарией нет, вот с этим воюем. С этим, да? Ну-ка, я могу. Подожди, могу же. Не, подожди, могу. Идите, как тяжко. Серьезно, я не затащил. Так, ну и что это такое? Ну и что это вот такое вот, а? Объясни мне, пожалуйста. Что ты себе тут возомнил? Так, надо беспорядки, не, меркантилизм. Объясните мне, пожалуйста, что это вот делает здесь? За недоразумение. Так, если я сейчас ворвусь, те 37 успеют прийти на помощь. Я прям их знаю. Да, они идут... А, ну они идут меня захватывать. Понятное дело. Так, нужен командующий. Я понял.
Что-то я как-то этим... Отвык я от больших войн, я давненько уже не играл в такой средней, даже поздней игре, можно сказать. И для меня что-то как-то это непривычно очень сильно. Могу забрать? 56-133. 137, точнее. Да, просто к черте. А че, я же могу всех по одному выводить. Ну да. Собственно, этим я и занимаюсь так-то. Если подумать. Тироль, Баден. Ну да. Началось, блин. Кто-нибудь на помощь придет? А, никто, я понял. А, ну спасибо на этом. Спасибо на том, что это дали пожить. Да, да. Чисто мундира. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, течина упала. А я же не могу их захватывать, да? Типа они такие... Нет, да. Это было как бы ожидаемо. Я просто понадеялся, мало ли вдруг мне разрешат захватить. Ну всякое же бывает в этой жизни, да? Ага, зараза такая, обошел, да? Конечно, рискуем. Так-с, что по очкам? 67-137, ну понятно. Так, дата 4. Что-то как-то мне кажется... Да, мы сильнее вообще-то. А где польская армия? Мне бы в контрнаступление перейти. Тем так это не хочется. Нет, пожалуйста, не трогай. Не делай этого. Число админки, ладно. Так, отлично, уходит. Взяли здесь территорию. Ну, скорее всего, знаешь, вот куда-нибудь сюда отступает сейчас. Так, без вопросов. Еще одну стабильность подними мне, да, называется. Ну, я же говорил, куда-нибудь туда уходит. А, он еще и сюда хочет крепости подзабирать. Ой, давай. Здесь холмы как раз, красота. Мне это нравится. Хорошая идея. Без вопросов, хорошая идея. Надо бы уже, знаешь, загнать этого противника куда подальше. Погнали. Хорош сидеть в обороне. Ням. Да. Нехти как-то вышло. Я как-то надеялся на более лучший результат в этой битве. На том, что в этой ситуации, которая здесь будет. Что-то как-то... А, погоди, а куда? Куда? Ну нет, ну что ты... Что он творит? Объяснил. Вот что он творит. Нафига ему это сдалось? Я не понимаю. Нафига было на меня нападать вообще? Ну то все. Улетел. Иди к чертям. Иди к чертям, черт. Вюртенбург. Баден. Сюда идешь. Да, Грац готов. Неплохо. Ну все, я в наступление перешел. Отлично. Все, я перешел в наступление, можно порадоваться этому событию. А мы с тобой воюем тоже? Нет. Че? А, вот сюда вот. Сейчас опять разделение сил будет. Не хочу так делать. Ну да ладно. Не хочу, не буду, но буду. Куда вы здесь? А, они так и не дошли до меня, я понял. Они шли, но не дошли. Я думал, дойдут. Так, а здесь уже поляки все действуют. Хорош. Смотри, как красиво. Поляки, ух. Красавцы. Так, а что-то здесь как-то многовато. А, я теперь отступить не могу. Так, я понял. Я думал, мне дадут отступить по той же самой схеме. И к тебе. Фигик. Так, Вюртенбург пал. С тобой воюем? Воюем. Наверное. А, ну да. Просто столько мелочи уже, что такой смотришь, воюем, наверное. И все как бы, на этом вся война зацикливается. Вроде как с тобой воюем, и с тобой тоже. Так, здесь мы вроде как тормознули против. Ты уже согласен, нет? Ох. Нет такой. Мне просто понятно, кроме этой про... Ну хорошо, вот этих двух провок мне ничего больше не надо. То есть, серьезно, я хочу вот это вот забрать. Может, это недоразумение.
Притом это вообще не ко мне. То есть, ну заберем, ладно. Просто горы, красота. Дела. А тут вообще проход есть? Вроде надо, вроде как есть. Просто красиво сделать. Баден пал, смотри-ка. Смотри-ка, Баден пал. Ух. А я могу? Могу. Еще. Рискованно. Рискованно. Рискую. Рискую. Ну да ладно. Риск это риск. Риск это неплохо. Иногда, но не всегда. Не всегда. Вот тут тоже, конечно, кстати, неприятно выходит. Они сейчас пойдут меня пилить или что? Куда-то туда. А, подожди. Как ты... А, ну, союзник-союзника, да, он так вот проходит. Все, должен сейчас соглашаться уже на мир. 129. Коалиция из Испании. Угу. Коалиция из... Сейчас бы бояться коалицию из Испании. О. Ну, теперь чего скажешь? Понятно. О! Мое любимое дело. Все, когда, знаешь, когда враг понимает, что у него вообще никаких шансов, он начинает творить вот это вот. Это называется ковер. Ковер-самолет. Прям просто... Можно генерала, пожалуйста, какого-нибудь хотя бы... Ну, такого, да, такого можно. Такого можно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, минус два, ай-яй-яй. Еще и двойная армия, жесть. А, не, нормально. Нормально. Минус два, не проблема. Когда у тебя есть союзники, которые к тебе приходят на помощь и такие, да, мы тебя спасем. Я такой, ура! И что ты тут творишь? Умри, пожалуйста. С тобой воюем? Нет, с тобой воюем, с тобой воюем. Знаешь, это называется путешествуй и находи, с кем ты воюешь просто. Путешествие ради путешествия. Ага. Ну, не так-то уж и страшно, кстати. А ты куда? А ты где? А, нормально, он так отсиделся. Я что-то уже все покрасил. Свой цвет. 76. А-а-а, вон они какие. Все, все, нормально. Нормально. Все, теперь нормально. Так, это мне надо, да? Ну да, это мне надо. Это я забираю Тироль, да? А, я могу вот это вот сюда забрать. Ну, типа, горы это мое. А, ну это тогда, наверное, даже надо... Подожди. А, я еще крепость не взял, я понял. Как я сюда влетел-то так незаметно? А, нормально все, хорошо. Хорошо. Блин, подожди, уходи. Уходи. Как-то влетел и сам не понял, как. Так, мне будет эту крепость добрать. Никак, да, пока. К сожалению. К сожалению, никак. Я просто думал, сейчас эту крепость доберем, будет красиво. Но как-то не выходит. Так, с тобой чего? А тебе чего можно отдать? Нет, тебе ничего не отдашь. А, вот этот можно отдать, подожди. Ну, вассала-то тоже надо вскормить немножко, чего ж. Ага, и вон там тоже есть армия, хорош. Тогда давай вот сюда, вот тут, сюда вот. Вассала немножко скормим. Я здесь, конечно, сейчас страдаю. Относительно так. Так, ты сможешь, да, с ним справиться? Ну да. Это какая-то вообще слабая армия, просто которая падает, шотается. Нормально. Вот это вот меня вот радует. Это вообще радует просто. И промышленные регионы, блин, забирать. Это мои промышленные регионы, они их забирают. Не я так. А что тебе мешает вот так, куда реально обойти? Ну все, все, да блин, да подожди ты немножко. Я не успеваю за твоей скоростью сообщения о том, что там захвачено, там захвачено, там захвачено. Вот. Пофиг. Лишились модификатора. Так, это, короче, Ольденбург, да? А, нет, подожди, это наш... А, это наша территория. У меня тут вроде вассал был, нет? Пофиг, ладно, хорошо, как скажете. Не было вассала, не было, значит, не будет. Так, такс, такс, такс. Ну, это мы по красоте, смотри, сейчас забираем, получается, регион Тироля. Да, я ведь полностью его забираю, да. Это, получается, регион Швейцарии, который тоже, как бы, мы забираем, поэтому можно сделать вот так вот. Коалицию. Вау, гляди.
Надо немножко аппетита свой уменьшить. Нормально. Такс. Все. Ну, деньги. Рой, 115 расширений, подожди. Я теперь о другом задумал. 115 расширений. Это как-то многовато, знаешь ли. Че, как много-то? А, за один этот город столько дают. А здесь что, тоже богатые города, что ли? 21,5. Ну да, да, богатые. Ну ладно, тогда у нас тут будет одна такая колония невзрачная. Во, красиво. Блин. Я хочу просто, пойми, забрать эту территорию, но понимаю, что не хватает. Ну ладно. Все, тогда отстаньте. Отстаньте от меня. Отстаньте от меня. Мои горы. Мои горы, ничего не знаю. Так. Панс. Такс. Сюда. Мои горы, мое все. Ты сюда, сюда, сюда. Ты идешь сюда. Ага, сюда уходишь. Сюда. Так, ну я здесь крепостей надсобирал, кстати, что на самом деле хорошо. Они мне особо не сдались, но просто сам по себе факт того, что у меня есть крепость, здесь несколько облегчит жизнь. От них-то действовать будет проще. Так, это тоже надо вернуть. На... вот сюда вот. Мне, конечно, сейчас экономику подрезали, потому что у меня были здесь регионы хорошие развитые, а теперь фиг тебе. Может быть, знаешь, что сделать? Я давно над этим думаю, на самом деле. Крепость. 6 уровня, нифига себе. Галлиполи. Да, теперь Галлиполи точно будет Галлиполи, неверный путь. Не знаю, ничего не знаю, деньги заплачу. Обучение наследник. 5-3-3, военная, да, конечно же. Нормально. Теперь высадка в Галлиполи будет просто смертельной. А не вот этим вот проходом ради прохода. Так, у нас интеграция-то тебе вообще как идет? А... подожди. Что не так? Почему это? Почему интеграция так идет странно? 42,6. Не показывает подробнее, что с интеграцией. Это очень странненько. Так, ежемесячный рост волос. Это война неплохо, конечно. Тироль. К черте. Знаешь, ты был моим союзником, все было красиво, но ты перестал быть моим союзником, так что мне теперь на тебя пофиг. Ну серьезно, ну что ты хочешь? Что ты хочешь от меня? Чтоб я тебе территорию верну? Да иди ты. Нефиг было вступаться. Мне нужна была одна территория. Одна. Одна, поймите, территория. Маленькая. Маленькая территория. Мне больше ничего не надо было от этой войны. Вообще ничего. Нет бодать. И все. Нет, надо... 107 тысяч регров. Так. Джинь просто. На самом деле они просто не нужны. Ну, типа их и так много. Ладно, я не хочу профессионализм терять. Лучше рекрутов. Ну, конечно, немало так. Рекрутов сейчас ушло. Вы, наверное, заметили, да? Все, муштруйтесь. А что там еще можно? Построить замок. Еще монет 300. Не хочу тратиться. На замок не хочу тратиться. Берите. Верники Франции только. Франция армия стала сильненькой. Не, ну так-то ладно. Мы сейчас, получается, с вами Италию под контроллером. Нам осталось только... получается, собери и разобраться. Но это присоединение Арагона как раз, которое идет. Туда больше можно и особо не тыркаться. Ну и французов надо победить. Французы это Бретань, Вале, Римск. Не хочется, конечно, его как союзника терять. Там есть великий шанс, что... а, ну с Испанией не засоюзничается. С Испанией не засоюзничается. Тогда ладно. Тогда, знаешь, что делаем? Перники, Франция. Расторгли военный союз сразу же. Ну то есть здрасте. Ну то здрасте сразу же. Ну хорошо. А мне есть на тебя претензия? Нету даже претензий. Да ты ж издеваешься. Перемирие у нас получается до 8 штук. 5 лет. Хорош. 5 лет. Нифига не хорошо на самом деле. Не так уж и много. Так, сюда. 1, 2, 3, 4. Проход же тоже сейчас отменят, да? Да.
Пофиг уже, уже пофиг. Уже пофиг, знаешь ли, я успел. Я хотел сюда армию привести, я успел. Ну вот эта вот армия оборонная здесь будет действовать. Так, ну тогда сюда еще нужна армия. Сюда, сюда. Сюда. Сколько армий-то, кстати, у французов? Войска, армия французов. 200 тысяч, 200 тысяч, 200 тысяч, 200 тысяч, 200 тысяч. Неплохо. Погнали тогда. Надо немножко с Африки привезти. Ну как немножко? Я думаю, отсюда почти все приведу. Ну типа, знаешь, больше армии, быстрее победим. Просто вот и все. Ну серьезно, просто быстрее победим и все. На самом деле самое важное. Быстрая победа. Быстрая, красивая победа. Оставлю здесь одну, две армии. Чем вообще тут армия? Не знаю. Просто оставлю для красоты. Так. Погоди. Сюда вот давай. А то мне уже даже армии ставить некуда. Пригнали. Приехали, как говорится. Даже армии некуда поставить. Ну да. Тогда получается... Кто тут стоит? Франция. Франция, я, конечно, все... Не могу теперь убрать у них проход войск. Понятно все с вами. Хитрецы. Хитрецы. Однозначно хитрецы. Подожди. Ну да, следующих тогда будем доставлять в другое место. Да, кстати, поближе. Ну вот одну армию оставим там на всякий случай, на подконтроль. И все. Так, успеешь? Да, прям как тайминги прям совпали. Смотри, он только пришел, и этот приплыл. А здесь не хватает снабжения, да? Да выберись, пожалуйста. Я его выбираю, он не выбирается. Давай сюда. Ну, еще одну армию. Просто потуда он тоже пройти не мог. Ну, он это... Да, за 20 монет всего. Ну, недорого, кстати. Это не сотня монет, знаете ли, это не сотня. Ну, вот я к этой системе, конечно, еще не привык. Потому что раньше было все, это смена религии достаточно дешевле. Сейчас стало такое, что мне немножко прям печаль по ценам. Иногда такие цены, что думаешь, откуда вообще, с чего вдруг такая цена? Так. Так. Мамлюки там что-то вообще творят непонятное. Что они делают? Что делают мамлюки? Объясните мне, пожалуйста. Так, ну мне получается сейчас надо технологию выбивать 24-ю. Идти карать, потому что у него тоже 24-я. Идти карать. Так, потребовать очки. Неплохо. Соточку всего. Технология. Ну не так важно на самом деле. Ну давай соточку возьмем. Не хочу до 150 доводить. 50 очков хотя, да. Неплохо вроде. Соточка. Давай. Отлично. Ну все. Сейчас доведем как раз и мавританскую пехоту, да, получим. Стрельцы и терцы. О, прям национализация еще пошла. Император, наша провинция национализировалась. У нас получается профессионализм 65 уже. О чем? Возвращение рекрутов. О, хорошая вещь. Но она сейчас уже не имеет смысла, потому что я уже этим не занимаюсь, по сути. Так, стрельцы, восточная терция. Я больше от обороны играю, поэтому мне как-то это приятнее будет. Так, ну 86 год еще не скоро. Однозначно не скоро. Я тебе скажу, однозначно еще не скоро. Так, давай сюда тогда. Ну тут вообще мешается. Ок, 30-30, то нормально. Красиво теперь. Что-то как-то у моих вассалов, кстати, нету армий. Я понимаю, конечно, мои деньги, я с них очень много деру. С Арагона вообще 26 монет. Знаешь, Арагон, давай посмотри, сколько он зарабатывает просто. За доход 34 монета, 26 монет просто мне. Так, вжук. Базовый налог. Да, конечно, рекрутов отдам. Этих рекрутов просто... Куда мне их столько, вот серьезно. Так, что-нибудь получать можем, да? Эх, вассалом. Ну, мне, кстати, вот это предлагали здесь застраивать. Типа, чинок бонусов. Вау, давай сначала тут немножко. Ну, вот так вот, хватит. Так, конторки. Известное торговое влияние. На самом деле, бессмысленно я сейчас так как застраиваю везде. Но все равно этих денег прям вот серьезно очень много, и я не понимаю, зачем я это делаю. Давай вот это, кстати. Чунь. Чтобы было еще больше рекрутов. Ну, хватит. У меня уже и так 3500.
Сейчас еще будет больше. Так, Аоста. Нормально. Кстати, престиж, благодаря вот этому сейчас очень быстро вернем себе в норму. Вот так религиозное единство нормально. Кстати, по сравнению армии надо глянуть. Сравнение. Качество. Соперники. Враги. Подожди. Показать наших соперников. А чё, нет? Понятно. Давай по ДСЦ. 122! Фу, Франция. Вы что-то как-то Франция. Вы не так сильны, как раньше. Так, какой-то восток. Интересно. Интересно. На самом деле интересно, но не страшно. Хорошо, что крепости там есть. Он сейчас в крепость просто ударился, и все, ничего не сможет сделать. Погнали. Ух. Вообще просто ложится без проблем. Все. Победа. Минус часть повстанцев. Давай. И куда-то еще, да, тебя закинуть. За 67 монет. Неплохо. Неплохо. Но зато религия будет здесь православная. Просто посмотрите. Реально, православие прям процветает. Какое там католичество? Где-то там отголоски. Протестантизм тоже отголоски. Православие. Вот это сила. Даже суннизма так немного, как православие. Ибо православие — это будущее. Как я хорошо вижу Америки. Знаешь, вижу тут французский, как здесь чуть-чуть этих такой. Ага, вон там что есть, да, такой. Знаешь, по чуть-чуть всего угрожать войной за... А, ну мы недавно угрожали. А что, не могу теперь француза? То есть он меня может, я его не могу. Логика. Логичная. Но теперь перешейки здесь горные наши, под нашим контролем. Вообще, раз у нас тут теперь так много гор... Ой, много гор, зачем мне вот эти крепости тогда? Типа, раз у меня крепости приграничные там, то мне эти крепости можно убрать. Они все равно здесь смысла не имеют. Так, получается, у нас новая... О, у нас теперь форсированная марш есть. Классная вещь. Но мне она особо смысла не имеет. Вещь классная, безусловно. То есть здесь как бы... потребовать деньги, потребовать двадцатку. Деньги можно, кстати. Деньги я потребую. Деньги, деньги, деньги. Так, условия войны. Берем, берем, конечно же. Там, получается, скоро дворянский, сейчас закроем с вами. Красиво будет, шла моряков, все дела. Ух, прям как заживем-то, да, с вами? После этого. Мумлюки против Фазир. Фас и Аджам. Оу, кстати. Кстати. Я не доглядел, да? Так, Хасаяджам, Хасаяджам, Хасаяджам. Да, блин. Вообще ничего хорошего в этой новости нету. Ну, потому что мне сейчас воевать придется. Сейчас мою подбрюшу вдарят и начнут меня атаковать. Окей. Не, отказываться, конечно, глупо, то есть это да. Я надеюсь, они умные и не пойдут на меня. Хотя, сомневаюсь, а что-то. Сейчас пойдет меня красить. Сомнений нету. Меня красить, конечно же. Такое, как он, вот как он увидел эту армию, объясните мне. Как он понял, что надо повернуть назад? Просто что за внутреннее чутье ему это подсказало? Объясните мне, пожалуйста. Как он вдруг такой... А, все, нет, я ухожу. Как они этим волшебным образом это чуют? Я тоже так хочу. Тоже так хочу чуять. А, сейчас убежит за остров туда еще дальше. Я просто молчу. Смысленная идея бегать за островом. Так, этот куда? На крепость, что ли, бежит? Или... А, нет, к Брянску, скорее всего. К Брянску, к Брянску, к Брянску. Знаю я их. Это кто захватывает вообще? Шамар? А, ну понятно. Чуть-чуть тогда сюда бежал. Нет, он сюда бежит. Томбу, да?
Отлично. Успел. Да, красиво. Нефиг на моих территориях бегать. Видишь, грозный противник. Нахера с ним воевать, я не понимаю. Взял, забил и все дела. Погнали отсюда. Погнали обратно. Куда-нибудь в Европу. А-а. Нормально, император Карл. Европа начала опять воевать, что-то там. Европейские разборки, это вообще какая-то... Че, к чему, зачем? Что-то там... Че, все? А-а. Вся война заключалась в том, что никто ничего не захватил. Я не знаю, почему он раку все не забрал, кстати. Все-таки как бы его территория и... Не знаю, что на это сказать. Зачем? Просто зачем, видимо. Но, кстати, со всеми территориями почистить границы теперь, ну, кроме Африки. Ну, здесь морская. Со временем она тоже, наверное, появится. Хотя, мне, знаешь, мне не хочется терять амуляков из противников. Ой, союзников. Но я понимаю, что нам придется это сделать. А так-то этот союзник прям... приятненький. Ну, что у тебя здесь? Откуда у тебя вообще восстания могут быть? У тебя же все хорошо по религии, по всему остальному. Я... А, не, не все хорошо. Подожди, подожди, подожди. Я же забыл. Включаю субъектов. Погнали. Я сейчас настроим все. Я-то думаю, откуда у них восстание-то? У них же там это, внутренняя проблема есть. Казначей умер. Печально, конечно, но мне как-то ладно. Так. По экономике. Много, да, денег? Да, 220. 220. Миссионеры, это классно. Они все первого уровня. Серьезно? А, вот третьего есть. Третьего на беспорядке. Третьего на беспорядке. Ну, такое себе. Такое себе, на самом деле, третьего на беспорядке. У меня нет особых беспорядков. И как-то миссионеры тоже не нужны. Не, без этих миссионеров скорость хорошая. Экономика даже падает. Давай тогда у нас беспорядки. Ладно, подожди, что первого-то? Давай, давай самого верхнего. Притом так отличается, смотри. Этот нацбеспорядок. Ибрахим Мухаммад Сабири. Православный азербайджанец. И здесь совсем другой тёлок. Странно почему-то. Хотя тоже православный. Но здесь типа греческая культура. Хотя на грека как-то не очень... Оба не смахивают на грека. Ну да ладно. 46 лет, 46 лет. Старенький уже на самом деле-то. Так-то старовато, знаешь ли. Нифига себе, я в него вложился только что. Я в него вложился только что столько, что прям охереть. Но зато 11, 10, 4, все нормально. Все хорошо. Ждем войны. Погоди, у меня же уже это готово. Так, ну надо в первую очередь на дорогие профки. Ну и вообще на профки с крепостями надо бы. Мы же их забирать будем. Вот так вот. Собою тоже возьмем. Да ладно, что Францию переживать? Что переживать за Францию? Я думаю, мы с ней разберемся. Военная, да? Да, еще одна военная. Число рекрутов. О-о-о-о, 5,5 тысяч рекрутов. Ежемесячно. Нормально. Франция не может быть соперником. Понятно, с таким приростом рекрутов. Я могу просто убивать и убивать. Мне будет вообще все равно. Ну да. Французский флот, я не думаю, что сможет что-то нам сделать. Ну да, держите, держите проходы. Воюйте сколько хотите внутри своей империи. Мне еще верят, что Срина что-то способна, да. Да, да, конечно. Может, протестантов поддержать и забить на все это дело. Придется повоевать. А интересно, если... А, бушует религиозная война. Ага, понятно, религиозная война. Ну, я просто подумал, может быть, с Рисией завоевать, а потом такой подумал, что-то как-то это слишком. Что-то как-то это слишком уже. Серьезно, это уже как-то немножко это. Ну, типа союз, да? Он союз с Францией забрал, ну, с Испанией забрал, да-да-да-да-да-да-да. Молодец. На тебе поугрожать войну не хочешь? А, тут перемирие. Да ну нафиг, опять с ней воевать. Мы уже с ней воевали десятки раз. Ждем перемирия окончания здесь. За него вступается Готланд. Вообще фигня. Вале. Нормально. За нас мулики готовы. Вообще без проблем. Вообще без проблем живем. У нас сейчас Арагон присоединится скоро. Это хорошо. А ты с кем воюешь-то? А, он в религиозной войне, да, ведь участвует, наверное. Нет, подожди. Что, религиозная?
А, французско-брабанская империалистическая война. Францию месяц. У меня уже 500 тысяч опять рекордов. Жесть. Когда там перемирие-то? Давайте уже. Все. Да нет еще. Где? До сентября. О, ждать как долго. Ай, ну ладно, подождем. Что нам еще делать-то? Нам больше делать нечего, ждать. Только ждать. Так, а где-то у нас здесь армия была вон. Во Львове. А что, у нас командующих почти не осталось. Я понял. Нужны новые командующие. Сейчас сделаем. Это не так уж и долго. Сейчас будет у нас куча новых командующих. Не переживайте. Я этим займусь. Так, еще один дать, возможно. Да, еще один возможен. Давай сюда. О, 4663, неплохо. Да. О, что-то можно взять. Способность можно купить. Дисциплину наемников, передача кораблей, сопротивление с религиозным. Ничего. На самом деле мне ничего из этого уже не нужно. Ой, куда же я? Ну, давай сохраним, ладно, хорошо. Я что-то как-то мискликнул и такой. Не туда нажал. Так, Париж. И Польша, и мамляки. Ну все. Погнали, ребятки. Погнали. А я могу влево идти? Я не могу. Савою. Ты поближе к Савою. Ты вот сюда. А что здесь по крепостям-то, кстати? Вообще ничего интересного, да? Так, забираешь вот эту вот крепость, стоишь здесь. Здесь тебя подстрахуем отсюда. Сюда. Не, наверное, ну даже сюда вот. Тебя куда-нибудь сюда. Ну и тебя сюда вот. Опс. Вот это интересная заява. Вообще без вопросов. Француз на меня сагриться решил. Извини, я у тебя отобрал немножко. Ну, жизнь такая тяжелая. А что, все? Оп. Интеграция, смотри, как красиво. О, рагончик Римской Иберии, все дела. Правда, плохо, что этих там. А подожди, у меня лимит вас. Не, нормально все. Так, а что хотел глянуть? А, я хотел глянуть по решению. У меня ведь здесь считалось, да, все достаточно. Да, мне только Францию осталось забрать, все красиво. Жесть, сколько там религии не той. О, сколько мне тут сейчас религии, мне тебя же не сделал его православным-то точно. Мне сейчас здесь прям просто беда будет. А чё я это-то? Погнали флотом тоже. Ну тогда вот эту армию можно сюда вот отправить. Ну а чё ещё делать? Отправим ее закрывать тылы. Спасать нашу задницу. От тяжелой такой жизни. Новшество. Ну, давай, кстати. Мне все равно падает, поэтому не страшно. А что-то как-то француз-то это... Видимо, не ждал. Но, видимо, нападение он не ждал, к сожалению. Я тебя понял. Я тебя предельно ясно понял. Что я здесь лучше не... Я здесь не продвинусь. О, нормально. Нормальненько. Хорошо. Красиво. Так, ну не. Так... Тогда сюда пока. Ладно, пока нормально. Ты что, не идешь-то? Спасибо. Так, Динбрак с Литва. А нафига мне с тобой Динбрак? Литва, я, конечно, все понимаю. У меня теперь типа связи две свободные. Ну, как-то нет. Не хочу. Я не вижу в этом смысла. Так, сюда. Сюда. А, не могу. Хорошо, я вас понял. Предельно ясно, все понятно. Совой пал. Красиво. Сюда тогда, и сюда. По-моему, француз немножко это... Дания? А Дания кем является? Подожди, а, Дания... Она является младшим униатом. Ничего себе. Француз-то молодец какой. Данию подхватил. Ух, такой прям грозный братюня, да?
42-92. Это. Погоди. Погоди, да уйди сюда, пожалуйста. Вообще-то я должен решать в внутреннем море. Сейчас посмотрим, что я решаю. Что не решаю. Вопрос хороший. Что я могу решить в своем внутреннем море, а что не могу. Так-то я уже у Парижа, если подумать. Пора, наверное, Париж брать, да? Ну, погнали. Рим, который берет Париж. Знаешь, это как такое ощущение, что я сейчас с галами воюю. Да, немножко к старости ушли. С галами война, все дела. Вселенский собор. Ну да, авторитет давай. У нас там как раз был на районе маленьком. Свернем. А что здесь? Ой, ну сейчас, знаешь, вот тут беготня будет. Ну да. И это просто бе. Это просто бе. О, не, я так далеко не пойду. Я понял вас. Так, а что тут? Нигде никого нет. Никто нет. Я просто проверяю, мало ли кто-нибудь сейчас такой пришел ко мне. Как закадычный друг. Я должен разбирать его. Ну да. Три корабля. Два корабля потерял всего. Типа это внутреннее море. Во внутреннем море я должен делать. Притом там разница в войсках, конечно, существенная. Опа-на, 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 опа-на. Интересно, интересно. Подожди, на генерала убрать? Нет, тебя не хочу. Да тебя можно убрать. Ща будет жарко. Ща будет прям мясо, мясо, мясо. Мясо, 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 мясо. М-да. Сейчас будет мясо. Видимо, французское. С глубокой такой прожарочкой. Да. Что как-то я уже слишком сильно себя чувствую в этой игре. Ну, серьезно, просто противники ничего не делают. Ой, даже немножко грустно от этого так-то. Да блин. Хочется подряд все так протыкать. А кто перемирит хочет? Вали. А, вали этора. Вали, 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 вали. Мне без разницы на тебя, вали. Мне на тебя все равно. Надо французов, да, полностью допилить. Париж пал. Я даже пропустил, как пал Париж из-за этой битвы чертовой. Серьезно. Тысячу шотну. Тысячу шотну. Нормально. Провинция Ко. Ко? Ко? Что-то я просто не пробую такую провинцию. Ну да ладно. Правитель Тироля. О, смотри, новый правитель Тироля. О, красиво. Что-то там за 107 дней пало. Что пало? А, вот эта территория, все понял. А, можешь туда уйти? Не, подожди, уйди туда. Да уйди. Не хочешь. Не хочешь, так не хочешь. Ну, эти пока стоят, пускай здесь где-нибудь контролят. Ну как-то это все равно. Так, куда ты идешь? Куда ты плывешь, точнее? Сюда, наверное. Отлично, я успею, наверное, перехватить. Да, успел. Замечательно. Минус один вражеский корабль. Минус один вражеский корабль, это хорошо. Да неужели? Да неужели? Это случилось, вражеское этот, опало все дело. Погнали. Залетаем, как к себе домой. Как к себе домой. Залетаем, ничего не боясь. Даже, наверное, так надо делать. Отлично, красиво. Красота просто неописуема. Ты куда? Что творит? Я сам забрать могу, мне французы не страшны. Ну все, это прям попил Франции. Опа, 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 я не заметил, я не заметил. А, там мумлюки идут. Я в одиночку-то держусь неплохо, знаешь ли. А с мамлюками разорвем просто... Все вообще без проблем. Франция для нас ничто, знаете ли. Это какие-то французики, которые нам когда-то помогли. Мы, кстати, их спасли вообще-то от распила Испании, так что они нам должны быть обязаны. Так что, знаете ли, это... Будьте-ка доброжелательны к нам, друзья мои. Я все-таки, между прочим, тут немало сделал для вас в свое время. Так что теперь будьте добры стать моим кормом. Ну вот и все. Опа-на. Ага. Ха-ха-ха-ха-ха. А ты что думал, я тебя не замечу?
Я правда интерес... А, через эти горы, наверное, пробрался. Ну давай. Вот и все. Умирай. Пробраться он тут решился. Да иди к чертям. Пробраться он здесь думал. Ага. Так. Вторую армию надо сюда. Да что это со мной тут сейчас больно будет. Так, ну а так-то все хорошо вообще-то. Да, мне, кстати, надо, знаешь, что сделать? Здесь вот более-менее границу оформить, потому что в любой момент враг может такой выйти, а я не готовый. Я тоже надо сюда-нибудь. Он просто идет сюда, скорее всего, куда-нибудь. Что там делать? Мамлюки, мать вашу, что вы там творите? Я же думаю, сейчас 170 тысяч на них сагрится, и все, типа, конец. Ну, такое же возможно. Я уже думал, все, сейчас пиши пропало. А мумлики-то, кстати, молодцы, как гоняют эти 7 тысяч просто. А вы их шотните или нет когда-нибудь? Мумлики шотнули. Красавцы просто, ух. Прям красавцы. Нарадоваться на них не могу. Ну, а что? Вале, Бреттань. Я могу выйти, кстати, в эти моря и попытаться там порубиться. Ну, чисто теоретически могу, но чисто практически это будет очень опасно, я понимаю. Скорее всего, я от этого получу нагоняечек. Немножко будет больно. Но... Подожди, а зачем мне это, если могу купить? Мне не могу купить слишком дорого. Слишком много. Слишком... А мне надо? Я просто думаю, хочу ли я туда выплывать. Мне там надают, а мне опять флот менять. Хотя давай, чё. Чё я переживаю-то? Погнали. Погнали убивать свой флот. Пробит. Опа. 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 Опа, оп, 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 опа. Идти тебя за ногу, ничего себе. Вот это я так не доглядел сейчас. Француз пришел. Тебе здрасте. А ты куда отступаешь-то теперь? Ну-ка. Куда отступаешь? Мне прям интересно. Ну-ка, ну-ка, сейчас посмотрим. Не жалец. Ну-ка. Одна армия здесь умирает. Другая армия где-то здесь была. Ха. А я не могу туда пройти. Понятно все с тобой. Да, блин, теперь он у меня еще проходы подзакрывал. А, кстати, армии-то у него немало. Просто они все, знаешь, они были все отвлечены. И надо, кстати, поменьше отвлекаться, а то я так потерять могу свои войска. Куда ты отступил-то вообще? А, ну, кстати, недалеко отступил. А что я реально делаю здесь? Давай. Я же говорю, я не делаю здесь. Вот, собственно, что и надо было доказать, что я просто потеряю всю армию. Потому что вот здесь вот уже действуют большие корабли. То есть не малые, как у меня, а большие. Но брать кучу больших я смысла не вижу, потому что, ну, нафига. Типа, что я вот этим добьюсь? Буду ходить и такой, о, я красавец, я контролю, да, все здесь. Нафига это надо? Ну, здрасте, приехали. Не, подожди, тебе сюда. Че это вот это? Что это такое? Еще повстанцы нахер. Ай, как их много! Как их много, жесть. Христиане, чертовы. Так, с Испанией перемирие закончилось. А, отлично, Финистер пал. Теперь вот можно забирать вот это вот. Ну, типа, да, мы по красоте делаем. Мы сначала заходим. А, тут мумлики, да, действуют? Отлично, собирайте. Дай, пожалуйста, уйдите. Раз мумлики действуют, то я даже париться не буду на этот счет. Так, подожди, что-то в Ельне. В Ельне восстание претендентов. Пожалуйста, восставайте. Так, Франция. А я же могу с Бреттанью помириться. Там соточка, да? О, красиво как. Пам-пам-пам. Пам-пам. Опа! Агрессивка просто сейчас пол Европы, да? Не, всем пофиг. Всем пофиг, понятно. Бамс. Ну, я как раз за это время занационализирую все это добро. Все-таки здесь немало добра так-то. Здесь даже крепость будет красиво. Получается плюс 5, кстати, провок во Франции стать сразу же. Это неплохо. Притом богатых достаточно провок. Местные ополченцы.
А, скорость становления, защита крепости, число рекрутов. Польша со мной, что ли, воюет? А, нет. Польша не со мной воюет. Я просто подумал, Польша со мной, это вот это вот, что вот это вот? Вот это вот такое. Что за тысяча? Что за тысяча, простите меня. А, что я могу? Что я могу? Ага. Я, конечно, сейчас... А, не нормально. Ты куда отступаешь? Ты куда, родименький, пошел? Ты куда? О-о-о, погнали. Шотнули. Ха-ха-ха-ха-ха. Французики. Мне кажется, вы их что-то только что потеряли. Нет, 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 ничего. Ну ладно. Небольшую такую. Небольшую армию, нет? Не теряли нигде. Совсем небольшую такую свою армию. Взял такой, убил просто. Бедный француз. Не, на самом деле, мне его жалко. Так, то есть... Вот это заява прямо на высокое. Вот это прям заява, знаешь ли, сейчас будет. Сейчас будешь получать. Не, ну вот это уже вообще все. Это уже печаль. Это уже некрасиво. Это так уже люди не делают. Нет, точнее, так люди делают, но не и. И так не должен. Нет! Блин, вот это я, конечно, сейчас... погоди. Шестерка, шестерка, шестерка. Я, конечно, сейчас немножко немножко решил себя показать слишком перегеройствовать, скажем так. Ну, это реально перегеройствовать. Очень рискованно сейчас сделал. Ну, сейчас мы можем тут лететь так-то. Ну, ладно. Там еще подмога идет. Там 23-х. Хотя... Хотя... Я не перегеройствовал ни хера. Да. Думаю, будет больнее. Ну да ладно. Да вы издеваетесь, да? Ну сейчас начнется, да, беготня, кстати, за ними каждый раз. Греко-католичество. Акт о присоединении к Римской католической церкви был подписан в Риме. Да-д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 а
Какое греко-католичество? Чё? Какое ещё греко-католичество? Вы о чём? Что вы творите, а? Ребята. Моя империя не до греко-католичества. Отлично. Еще кажется, кто-то решил с одной армией. Нет, не находите кто? Нет? Я тоже не нахожу. Вообще не знаю, кто это такой. Ну, у него армии уже нету. Нормально. Француз тут пытался что-то в Европу загнаться. В итоге не загнался вообще никуда. Блокада. Что у нас там по... 70,5, да? Мне бы выплыть отсюда. Не даст, да? Хотя... Французский флаг захвачен. Во время битвы. Да блин, нет, нет. Не дал выпустить. Французский флаг захватили. Какое интересно. Не, ладно, шутки про белый флаг, это глупо. Ну просто флаг захватили. Прометей там или какой-то. Это, конечно, весело. Где вражеская армия вообще? Я просто пытаюсь понять, где вражеская армия. Честно говоря, так-то интересно. Откуда мне еще можно ждать приплытия противника и не только противника? Так-с, погнали. Применять и отменять, да-да-да, я об этом. Я об этом. Так, а чепмецкие. Ну, главное, что не французские. Революционеры, кстати, смотрите-ка. Времена революции, 1590-е года. А у меня все нормально, у меня никаких революций, вы чего? У нас самая стабильная империя в мире. У нас мультикультурализм. У нас все дела. Годовой изменение коррупции, кстати. Деньги в казну, престиж. Деньги в казну. Какой еще престиж? У нас он так соточный. Че, я тебе еще престиж куда буду добавлять? Плюс 200? Я, кстати, не против. О, наконец-то дали возможность уплыть. Погнали отсюда. Достойные люди. Престиж плюс 20. Я не знаю, мне просто на халяву дают кучу престижа. Просто типа забей такой. Да иди. Иди ты к чертям, ну серьезно. Да так хоть что, опять я создал флот, который будет тебя в одно место драть. Хорошо, я согласен. Следующий воинтех возьму. Ой, админтех, ой, диптех. Потом буду тебя драть в одно место.
Если ты так хочешь. Тичино, швейцарские повстанцы. Делается вот так вот вообще быстро и красиво. Я сказал быстро и красиво, а не четко и не четко. Че, уже все, стабильность прошла, да? Да, нулевка, отлично. Регенсбург. Регенсбург. Это кто вообще такой? Это что, вот это вот? А, нафига? Ты же вассалом с Ромой им не станешь. А, нет, станет. Нет, нет, да, нет, ну давай, без разницы. Я честно говоря, вообще. Ага. Вся проблема в том, что у меня сверхрасширение огромнейшее, а я могу новую державу сделать. И мне так неинтересно. Новая держава. Что-нибудь на... Бруней. У меня уже Бруней есть. Нормально так, нормально, Франция. Франция уже Филиппины забирается. Ну, молодец. Америки на тебя нету, знаешь. Так, Манила. Я подожди, какие нафиг Манилы и все остальное? Льеж. Так, это там, Невр. Это же далековато. Нормандия. Нормандию можно забрать. Ну, просто, знаешь, забрать, сделать ее вассалом. Кстати, вот три территории беру, делаю вассалом. Отлично. Ну, на три территории, конечно, такое себе. Но здесь больше ничего такого не сделаешь. То есть, чтобы больше было. Это получается 3. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Не хватает, да, скорее всего? Не хватает. Хватает. Можем, конечно, просто профки подешевле брать, а не ту дорогущую, что я беру. Хотя здесь куча дешевых. Если быть так-то серьезным. Ну, вот дешевле, кстати. Тоже отказываться от дорогих. Ну, значит, вторая война будет. Ну да, значит, будет вторая война просто. Хотя могу, знаешь, съесть вот так вот. Просто потом все это вассалу передать. А он, у него ограничения есть? Нет у него никаких ограничений. Во. Во. Красиво. 220. Пофиг на все. Хотя, знаешь, это было бы логичнее вот это забрать. Знаешь, чтобы объединить, потом единым фронтом наступать. Тогда вот этот отголосок придется оставить. Подожди. Сейчас. Надо сообразить. 84 сверхрешения всего. Тулуза. Да, Тулуза дорогая. Отлично. Во! Вот так вот я забираю себе. 96-8. А здесь я, получается, все отдаю вассалу. Во. Например, то же самое, что я хотел, кстати, получается. Только у нас серединный фронт, Франция зажата. Нормально. Нормально. Договора. Передача бретонского. Может быть, ты освободишь. Ну, освобождай эту. Новую державу. Ну, пофиг, нафиг меня пошлют с этим предложением. Там новые державы здесь, освобождать вообще невыгодно. Давай освободим Бруней. Да. А, Бруней там. Подожди, Бруней там освобождается. Бруней вообще отсюда родом. Ну давай, нам просто делать нечего. Бруней еще освобожу. Бомс, 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 бомс. Дипломатия. А у нас, кстати, есть это? Готово? Да, все, 30 провинций есть. Ха. Ну все, теперь получается война с мамлюками. Это как раз будет следующая серия, потому что у нас уже час 08. Офигеть, я как-то это... Заигрался немножко. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, да, знаете. Совсем немножко. Берем, закрываем себе суд по делам опеки, закон, независимое поместье. Чем мы получили? А, мощь натиска и лояльность. О, хорош. У нас тут по армии стрики и натиски хорошие. Да просто показатель вообще... Что хотел? Дипломатия, точно. Дипломатия. Субъект. Нормандия, да, была? Нормандия. Дипломатия теперь с этой Нормандией. Где-то тут у нас Нормандия. Подарить провинцию. А, понятно. Подарить провинцию. Кале. Почему я не могу, Алансон?
отлично. Подарить провинцию. Париж. Идти у него сверхрасширение будет. Ну ладно. Я думаю, он справится. А, это Ко. Я почему-то все с Ко. С не той территории. И Перша, да? Все, у нас 3 стабильности получается 185. Хуй нафиг 185. Эй. Хуй 185. Ты меня пугаешь. Я тут не вижу 185, подожди. 96, все нормально. Все нормально, никакой этой паники. Не паникуй. У нас тут коллега красивая, нормально теперь есть. Ну все, смотри, французов как отъели. Но у меня теперь получается меньше от 30, да? Они все равно 30. Нормально. Любой все находится в регионе. Все. Получается все. Давайте на этом серию подводить к концу. Мы неплохо так с французами повоевали. Наконец-таки присоединились к территории. В следующей серии, получается, с мамлюками союз разрываем. Берем, воюем с мамлюками. Одну такую масштабненькую войну, чтобы пробиться, наверное, забрать вот этот участочек. И все. На этом создаем римскую эту и заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Лайки, комментарии. До скорых встреч.